Любовь, прощай. Скажи, пожалуйста, еще про альбом и синглы, ну так вкратце, потому что тут много спрашивают. Ребят, пока вот нечего говорить, пока просто вот я записываю песни разные, абсолютно в разных стилях, и медленные, и быстрые, и роковые, и танцевальные. Я пока вот ищу себя вот в стиле, мне все нравится, и я пока не могу вот до конца в себе как-то вот определиться, что я именно хочу, потому что сейчас такой как раз период вот этого взросления, то есть что-то хочется вроде и вот того, что было вот такого, а вроде хочется уже и какого-то более спокойное, новое, может быть, другое, может быть. И я пока вот просто вот записываю, собираю, скажем так, песни, материал, ничего пока по альбому сказать, даже вот не хочу ничего обещать. В процессе работа идет. Работа идет, поэтому как-то я не тороплюсь, вот как многие сейчас там каждые 2-3 месяца эти синглы выпускают, клипы, то что-то в интернете. Не хочу я такой стратегии придерживаться. Все-таки я считаю, что уже прошло много лет, и у меня не было ни одного своего сольного детища, скажем так. Поэтому я сейчас все-таки стремлюсь к тому, чтобы уже вот целое, такое целостное выпустить, а дальше уже выпускать синглы. На каком языке? На русском. Но в любом случае, может, какие-то песни будут на английском языке. Мы сделали «Держи рядом», потом мы хотели спросить «Люди мира». Все это какое-то, мне кажется, бессмысленное. Я считаю, что все-таки артист должен раз в какое-то время, как вот раньше все рок-группы, раз в 5 лет вообще. Люди ждали, когда люди выпустят по 3-5 лет, писали альбомы. Сейчас обнадеживающе сказала. Люди ждали вот этих великих людей по 3-5 лет, когда люди писали альбомы. Поэтому я считаю, что вот эти синглы выпускать сейчас нет, не имеет никакого смысла абсолютно. Сейчас это все штопают, ляпают, и уже столько всего появилось. И не знаю, я как-то все-таки склоняюсь к альбому. К альбому, поэтому немножко нужно потерпеть. Пишут, может быть, выпустить епку, а не альбом, ну вот сокращенную версию, как там сейчас это ну, модно типа тоже стало. Ну, типа по 5-6 синглов, вот, ну, может быть. Мы тоже уже на эту тему думали, что, может быть, не делать там 12-13 треков, а сделать такой, типа, 5-6 песен. И, может быть, сделаем. Когда будет песня «Венера и Марс»? Она уже есть. Она есть. Просто, ну, что значит, когда будет клип на нее, я думаю, что не будет. А песня же есть, я ее исполняю, в альбоме будет. Очень классно, мне, кстати, очень нравится. Да, ее классно сделали, потому что она изначально же была другая, а потом Леша ее сделал, и прекрасно она зазвучала, да. Приглашали ли тебя на разные телепроекты? Да, конечно, приглашали, но от многих я отказывалась. То есть, например, «Точь в точь». В связи с голосом. Хотя упрашивали, говорили, что можно выбирать песни, можно невысокие песни петь, можно как бы все это. Но я не рискнула. А на льду, танцы на льду, тоже не хочу, потому что что-то как-то мне не хочется падать, мне хочется боли, достаточно уже операции, достаточно уже всего этого. Вообще не хочу. Не моя история, потому что уже был проект «Танцы со звездами», и все это какое-то не моя эта история. Как-то вот я с дельфинами, вот я думаю на эту тему, у них сейчас опять будет сезон к лету с дельфинами, вот они тоже зовут. Но животных я люблю, подумаю. Ближайшие концерты какие-то есть? Или какие-то есть в марте у Кати графика. А мы на сайт сейчас ничего не выставляем, не выкладываем. Самир ходит на брейк-данс, у него прям сейчас это вообще мания, вот все, вот 3-4 раза в неделю он дома, и вот ему все нравится, вот эта музыка такая вот тук-тук-тук-тук, вот это вот такое все электронное. Вика ходит на вокалы в танцевальную студию, на пилатесы, на все, и все, прекратили пилону, а у нее сейчас такое все, у нее сейчас видно вот рост, вот ей хочется все успеть, и танцевать, и петь, и быть актрисой, и балериной, и гимнасткой. Нет, сейчас она у нас вот вокалом индивидуально занимается, и она сейчас ходит на всякие пилатесы, растяжки вот на этих, как они вот просто, они где-то там тебя в разные стороны, там они летают, подлетают, вот это вот ей сейчас все нравится. Как у тебя с голосом дела? Вижу, что ничего больше не делаю, и как-то, нет, наверное, надо еще последнюю одну. Я пока не хочу делать операцию, я не договорила, потому что это восстановительный процесс полгода, опять долгий, опять будет тишина, опять я ничего не буду делать. Поэтому пока я вот так, и мне пока я привыкла уже к себе к такой. Ну, вообще восстановительный процесс, он непростой. Там нельзя громко говорить, нельзя там на повышенных, высоких вот этих, то есть там определенные. Поэтому я не готова уже к этому, сражаться с этим. Многие поклонники заметили на тебе крестик, и как бы это что-то значит? Да, это значит, что я вернулась в свою религию обратно. А что сподвигло? Ой, дождь пошел. Желание пойти в церковь. Вот, как-то вот оно у меня, я не ходила много лет, и как-то, ну, вообще я считаю, что Бог, Он един по сей день. Я не осуждаю никогда никого, ислам, и
евреи и христиане. То есть, как бы, я считаю, что Бог, он не един, просто каждый находит пути сам. Просто есть вот некие внутри себя, когда ты ищешь. Вот одно время я в этом не нуждалась. И сейчас как-то вот у меня, я хожу в церковь, мне нравится. И, наверное, тот близкий, любимый человек, кто был рядом, как-то он меня сподвиг все-таки на то, что я должна быть в своем. Это было удивление, когда я вызвала фотографию, по-моему, это няня твоего сына или дочки на фоне храма. Мы вместе, да, были. Да, и меня это так удивило, да, потому что я помню, вроде как ты не раз высказывалась по поводу, что для тебя храм яйца-то не красишь и все такое. Не, я хожу, мы ходим и с няней, и с детками. Я никогда не была против церкви и против православия, никогда. То есть и родители у меня всегда там Пасха, и красили яйца, и все. То есть я всегда такие вещи вместе за столом с семьей. Просто, наверное, никогда не было желания как бы туда идти. Конечно, оно было внутри себя. И по сей день оно так и остается. Ведь у нас у каждого главное самое вот здесь. Вот. Но просто есть желание там быть, вот смотреть, слышать. Мне кажется, что даже какие-то вещи, вот у меня ответ прям приходит. Мне просто нравится. Мне просто нравится. Да, мне нравится, поэтому как-то я вот решила к этому всему вернуться. И мне очень нравится, я счастлива, я сейчас в такой гармонии с собой нахожусь. Мне кажется, я стала спокойнее, как-то на всякие гадости и мелочи жизни просто не обращаю внимания. Какие-то, мне кажется, может, это возраст. Как-то, да, ты взрослеешь, все-таки ты меняешься, как-то осознаешь какие-то вещи, ты к чему-то приходишь. Не знаю, вот так. Скажи, пожалуйста, еще про альбом и синглы, ну так вкратце, потому что тут много спрашивают. Ребят, пока вот нечего говорить, пока просто вот я записываю песни разные, абсолютно в разных стилях, и медленные, и быстрые, и роковые, и танцевальные. Я пока вот ищу себя вот в стиле, мне все нравится, я пока не могу вот до конца в себе как-то вот определиться, что я именно хочу, потому что сейчас такой как раз период вот этого взросления, то есть что-то хочется вроде и вот того, что было вот такого, а вроде хочется уже и какого-то более спокойное, новое, может быть, другое, может быть. И я пока вот просто вот записываю, собираю, скажем так, песни, материал, ничего пока по альбому сказать, даже вот не хочу ничего обещать. В процессе работа идет. Работа идет, поэтому как-то я не тороплюсь, вот как многие сейчас там каждые 2-3 месяца эти синглы выпускают, клипы, там что-то в интернете. Не хочу я такой стратегии придерживаться. Все-таки я считаю, что уже прошло много лет, и у меня не было ни одного своего сольного детища, скажем так. Поэтому я сейчас все-таки стремлюсь к тому, чтобы уже вот целое, такое целостное выпустить, а дальше уже выпускать синглы. Вот. На русском. Ну, в любом случае, может, какие-то песни будут на английском языке. Мы сделали «Держи рядом», потом мы хотели спасти люди мира. Все это какое-то, мне кажется, бессмысленное. Я считаю, что все-таки артист должен раз в какое-то время, как вот раньше все рок-группы, раз в 5 лет вообще. Люди ждали, когда люди выпустят, по 5 лет писали альбомы. Сейчас обнадеживающе сказала. Люди ждали вот этих великих людей по 5 лет, когда люди писали альбомы. Поэтому я считаю, что вот эти синглы выпускать сейчас нет, не имеет никакого смысла абсолютно. Сейчас это все штопают, ляпают, и уже столько всего появилось. И не знаю, я как-то все-таки склоняюсь к альбому. К альбому, поэтому немножко нужно потерпеть. Еще, может быть, выпустить EP, а не альбом, ну вот сокращенную версию, как там сейчас это модно тоже стало. Ну, типа по 5-6 синглов, такое вот, ну, может быть. Мы тоже уже на эту тему думали, что, может быть, не делать там 12-13 треков, а сделать такой, типа, 5-6 песен. И, может быть, сделаем. Когда будет песня «Венера и Марс»? Она уже есть. Она есть. Просто, ну, что значит, когда будет клип на нее, я думаю, что не будет. А песня же есть, я ее исполняю, в альбоме будет. Очень классно, мне, кстати, очень нравится. Да, ее классно сделали, потому что она изначально же была другая, а потом Леша ее сделал, и прекрасно она зазвучала, да. Приглашали ли тебя на разные телепроекты? Да, конечно, приглашали, но от многих я отказывалась. То есть, например, «Точь-в-точь». В связи с голосом. Хотя упрашивали, говорили, что можно выбирать песни, можно невысокие песни петь, можно как бы все это. Но я не рискнула. А на льду. Танцы на льду. Тоже не хочу, потому что что-то как-то мне не хочется падать, не хочется боли, достаточно уже операции, достаточно уже всего этого. Вообще не хочу. Не моя история, потому что уже был проект «Танцы со звездами», и все это какое-то не моя эта история. Как-то вот я с дельфинами, вот я думаю на эту тему, у них сейчас опять будет сезон к лету с дельфинами, вот они тоже зовут. Но животных я люблю, подумаю. Ближайшие концерты какие-то есть? Или какие-то есть в марте у Кати играть. А мы на сайт сейчас ничего не выставляем, не выкладываем. Самир ходит на брейк-данс,
У него прям сейчас это вообще мания, вот все, вот 3-4 раза в неделю он и дома, и вот ему все нравится, эта музыка такая вот тук-тук-тук-тук, вот это вот такое все электронное. Вика ходит на вокалы в танцевальную студию, на пилатесы, на все. И... Все, прекратили пилон. А у нее сейчас такое все, у нее сейчас видно вот рост, вот ей хочется все успеть, и танцевать, и петь, и быть актрисой, и балериной, и гимнасткой. Нет, сейчас она у нас вот вокалом индивидуально занимается, и она сейчас ходит на всякие пилатесы, растяжки вот на этих, как они, вот простыни, где там тебя в разные стороны, там они летают, подлетают. Вот это вот ей сейчас все нравится. Как у тебя с голосом дела? Вижу, что ничего больше не делаю. И как-то нет, наверное, надо еще последнюю одну. Я пока не хочу делать операцию, я не договорила, потому что это восстановительный процесс полгода. Опять долгий, опять будет тишина, опять я ничего не буду делать. Поэтому пока я вот так, и мне пока я привыкла уже к себе к такой. Ну, вообще восстановительный процесс, он непростой. Там нельзя громко говорить, нельзя там на повышенных... высоких вот этих, то есть там определенные, поэтому я не готова уже к этому сражаться с этим. Многие поклонники заметили на тебе крестик, и как бы это что-то значит? Да, это значит, что я вернулась в свою религию обратно. А что сподвигло? Желание пойти в церковь. Вот, как-то вот оно у меня, я не ходила много лет, и как-то, ну, вообще я считаю, что Бог, Он един по сей день. Я не осуждаю никогда никого, ислам, и евреи, и христиане, то есть, как бы, я считаю, что Бог, Он един, просто каждый находит пути сам, просто есть вот некие внутри себя, когда ты ищешь, вот, одно время я в этом не нуждалась, а сейчас как-то вот у меня, я хожу в церковь, мне нравится, и, наверное, тот близкий, любимый человек, кто был рядом, как-то он меня сподвиг. Все-таки на то, что я должна быть в своем. Это было удивление, да, когда ты выложила фотографию, по-моему, это няня твоего сына или дочки на фоне храма. Мы вместе, да, были. Да, няня. И меня это так удивило, да, потому что, по-моему, вроде как ты не раз высказывалась по поводу, что для тебя храм яйца-то не красишь и все такое. Да, я хожу, мы ходим и с няней, и с детками. Я никогда не была против церкви и против православия, никогда. То есть и родители у меня всегда там Пасха, и красили яйца, и все. То есть я всегда такие вещи вместе за столом с семьей. Просто, наверное, никогда не было желания как бы туда идти. Конечно, оно было внутри себя. И по сей день оно так и остается. Ведь у нас у каждого главное самое вот здесь. Вот. Но просто есть желание там быть, вот смотреть, слышать. Мне кажется, что даже какие-то вещи, вот у меня ответ прям приходит. Мне просто нравится. Мне просто нравится. Да, да, мне нравится, поэтому как-то я вот решила к этому всему вернуться. И мне очень нравится, я счастлива, я сейчас в такой гармонии с собой нахожусь. Мне кажется, я стала спокойнее, как-то на всякие гадости и мелочи жизни просто не обращаю внимания. Какие-то, мне кажется, может, это возраст. Как-то, да, ты взрослеешь, все-таки ты меняешься, ты осознаешь какие-то вещи, ты к чему-то приходишь. Не знаю, вот так.